Сегодня мы с вами будем готовить сырники. Сырники у нас будут не простые, а с шоколадом. Для этого нам понадобится 2 пачки творога. На одну пачку творога возьмем одно яйцо. Так, 1 столовую ложку манной крупы. 1 столовую ложку простой муки пшеничной. И на 2 пачки творога у нас будет примерно вот чуть-чуть не полный стакан. Ну что, будем готовить? Сахара. Кому интересно, оставайтесь с нами. Нам понадобится также еще дольки шоколада и подсолнечное масло, на котором мы будем жарить наши сырники. Творог. У нас будет 2 пачки творога. Можно взять любой жирности творог. Добавляем 2 яйца. Добавляем сахар, на пачку творога по столовой ложке муки, и по столовой ложке манной крупы. Сейчас нам все нужно хорошо будет перемешать. Вот такая у нас получилась густая масса творожная. Нам понадобится немножко муки. Руку нужно обязательно смочить холодной водой. Далее берем ложку нашей творожной массы. Внутрь добавляем шоколадку. И теперь нам нужно, так, сверху еще немножко так. И теперь мы лепим наш сырник. Вот так закрываем нашу шоколадку вовнутрь. Все. И в муке обсыпаем. Все, вот такой у нас получился сырничек. Сейчас мы приготовим остальные все и будем с вами жарить. Вот такие у нас получились сырники. Теперь на разогретую сковороду мы добавляем немножечко масла. Далее выкладываем наши сырники. И жарим с двух сторон до золотистого цвета. Смотри, какие у нас ароматные получились, аппетитные. Но они еще и очень вкусные. С 2 пачек творога получается 7 сырников. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить пальчик вверх, написать комментарий. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. И не забывайте, что внутри у нас шоколад. Всем пока-пока!